Добрый день. Сегодня хотел бы рассказать вам про некоторую функцию в iOS 5. Очень редко, но все же бывает, что программы в iPhone зависают и не отвечают на любые телодвижения, команды. Для того, чтобы выйти принудительно из программы, нам требуется сделать следующее. Нажимаем кнопочку включения-выключения iPhone. Появляется индикатор выключить. Потом нажимаем кнопочку Home на iPhone. Как мы видим, мы вышли в главное меню. Такое повторяется довольно-таки редко, но очень удобно. Можно быстро выйти из любой программы, если она зависла, не перезагружая сам телефон. На этом все. Спасибо за внимание.